приветствую вас любовью нашего чудного Господа. Этим псалмом я хочу, чтобы мы разделили с ним страдания его. Да благословенно имя его. Пожалуйста, третий номер. Молчал.
воскресенья, молчать, молчать, молчать. Thank you.
Вдали, вдали я вижу крест, и лик страдальца виден мне. То умирает царь небес среди проклятий на земле. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты райский мне открыл черту, ты мне сказал: люблю тебя. С холма спешит толпа, боясь на дело рук взглянуть, ведь это Бог, слышны слова. Рыдает потрясенный люд. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты райский мне открыл черту, ты мне сказал: люблю тебя. Любовь, любовь пришла с небес, и рая нам открыла сень, в страну красот, в страну чудес. И я войду в грядущий день. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты райский мне открыл черту, ты мне сказал: люблю тебя. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты райский мне открыл черту, ты мне сказал: люблю тебя. Аллилуйя! Он нам сказал, что Он нас любит. Мы сегодня тоже скажем Ему: мы любим Тебя, наш Господь. Мы Тебя благодарим за совершенное дело, важнейшее дело в человечестве – спасение рода людского. Мы благодарим и выражаем нашу искреннюю любовь. Было такое увещание не словом или языком, но делом и истиною. Братья дорогие, возьмем святыню Господню. Дорогая церковь, это преломленное тело Иисуса Христа, так как написано. Святыня Нового Завета, хлеб жизни. Иисус говорил: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Это сила к спасению всякому верующему. Поэтому и соответственно важности, и наше состояние. Кто в мире с Господом, в мире с церковью, ни на замечании, ни на отлучке, члены церкви, ставшие такими...
Все.